Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. А, Райх, już byliśmy tam kiedyś. Niedobrze. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейд. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчит! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Zapomniałem o tych quick time eventsach. Być może trzeba było ich użyć. Noż zostaw sobie. Ty, ja tak понимаю, z ordena, ze Sparty, a ja z Krasnej Linii. Nasze начальники, może, w zasosy nie celują, no nam to, prostym soldatom, co z tego? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Поисковый вам далее. Что они там говорили про мусоропровод? Зараз. Фильтров навет не мам. Маски противогазовой, ниц. А сакра. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. No dobra, idź kolego. Nie patrzeć, uratowałeś mnie. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма. Зобаczę. Jeden. Становится большой газовой камерой. Матко, jedyna. Эй, давай за мной! Wiem, wiem, idę, idę. Лифт уедет, дальше двинем. Окей. Двинули! Не вам хиба выйти. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Домышлямся. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти.
И что, вратцами? Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! А, там. Деньги. А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями замри. Напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Так, напевно, не слушай, как мувишь. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Иде, иде. И зрелищно. Побожишь от червоных. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Хиба не мамы выбору, co? Что? Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Слушай, что зарабить? Слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Ничего у тебя, парень, не получится. И если нажмешь на рычаг, опустится лестница. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Нравится, сучоныш. За что? За что? Выкрути лампочку! Погоди-ка. Что? Нет. Ничего показалось. Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри, тварь! Голову от жопы не отличи. А все туда. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Пожрать. Не пуха. Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать. А, дашь ее гушать. Дайте мне момент. Bo ja zawsze byłem ciekawy, jak się to ogłusza, bo się dało. Nie wiedziałem, że to w ten sposób. Пожрать. Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Как видите, я уж прохожу. Да, молодой человек. Без забивания. Через целый метод 2033 был przekonany, że można wręcz tylko zabijać. Bo jak widzicie, zawsze gram na tym hunterze, to czy na tym stalkerze trudnym, nie ma żadnego interfejsu i nic nie pokazuje, co się dzieje. A wystarczyło kliknąć klawisz E i to było ogłuszanie. A pod V było właśnie zabijanie nożem. Ja смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана, сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть геробершарфюрер. Кто так колеся? Martwe ogrody botaniczne były zawsze zabójczym, opuszczonym miejscem. Stalkerzy nie przychodzili tu nawet zanim jeszcze cienie zbudowały tu swój ul, czy też miasto. Byłem jedynym człowiekiem na ziemi, który z chęcią tu przyszedł. Ale tym razem nie byli tu też stalkerzy Rzeszy.
Ci wyznawcy czystej rasy niemal nigdy nie opuszczają swoich posterunków w centrum miasta. Czego szukali w tlących się ruinach ogrodów? I dlaczego Anna mi nie pomogła? Córka młynarza nigdy nie by nie opuściła towarzysza w potrzebie. A jeśli ją pojmali? Ta wredna chłopczyca raczej mnie nie lubi, bo jestem dokładnym przeciwieństwem Huntera. A jednak, martwię się o nią. O! Cichaj. Niedobry nos, Alice. Co takie? Szorach. Interesno, co to tam? Co? Ej, co takie? Nie odpowiada. Kto to tam? Not eta. Что же тут за мутант может шастать? Постоять спокойно не дают. Кому не... Тревога! Побег! Тревога! Что случилось? Ale dziwne. Nawet go się ogłuszyć nie dało nic, ale dziwne. To było śmieszne. Ej, no, Salis. Co takie? Szorach. Interesno, co to tam? Idzie. Po co go denerwujesz? No ty dajesz, parień, jak ty jego? Тише. Как ты я? Услышь ты всё. Глотай. Похоже, моя очередь. А, тон. Герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся. Один момент. Ещё. Вот, так лучше. Закрываются. Кому там приспичило? Чё слышно? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте. Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Ты кто такой? Да он это, мимо проходил, уже уходит. Давай, в шлюз, всё! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу! Закрывай! Закрывай, шлюз! Парень, я хочу уже! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! А вот, держи! Часы у тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебя видно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ты же добже собираешь. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Окей. Оу. To na cichacza, tak? Nie chcę go zabijać. Minus jeden. Nieważne, to nie ja go zabiłem. Dzienniki mam, tak? Tak. Czyli się dziennikami przejmować nie muszę. Mogę tego wyłączyć? Chcę ogłuszyć. Nie mogę? Która
Чекаво. Mogę. Ale wcześniej z jakiegoś powodu nie mogłem. No nie, jak tam pójdę, to słabo będzie. Tego co widzę, to mój kolega grzecznie czeka, więc mogę kombinować. Lender. Nie zwróciłem uwagi, że stamtąd może mnie zobaczyć. Choćby nie napali komunikaty. Czyli mutanty takie. Ciężko będzie po cichu to zrobić. Нечего какого-то шлепнуть. А то все уже ветераны с нашивками. Я один, как дурак. Myślałem, że będzie ciężej. Jak malutko amunicji, dajcie spokój. No i ile zarobiłem? Niedużo. Bardzo niedużo. Ale i tak nie zamierzam teraz strzelać. Chyba tak. To moje bronie. Czekaj. No nic, rewolwer zostaje. Jeszcze dorwiemy tamtą broń. Glej na tej stronie. Tam должен być taki же выключатель. Jest. Нашел! Жми! Пошла, Родима! Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабашек не закончится. Ну, поскакали.